Пап, ты бы видел этот дом, это просто фантастика. У хозяина огромные проблемы со вкусом. Я бы не сказал, мам. Между прочим, меня он не приглашал прогуляться по парку. А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Алло, да, Марьян? Что это за прогулка под луной? Если бы тебя интересовали дела семьи, мог сам погулять с олигархом под луной. Лен, ты прекрасно знаешь, что мне сейчас не до олигарха и не до Даниной свадьбы. У меня есть дела поважнее. Да, я даже знаю, как их зовут. Аспирантка Галь, 28 лет. Мам, давай я тебя подброшу, мне все равно в твою сторону. Все, поехали. Посудку помой, пожалуйста. Мам, Роман Викторович хочет с тобой встретиться. Мы уже встречались. Он считает, что тебе с Аллой надо обсудить детали свадьбы. Говори с отцом, теперь его учиться. Так вы поезжайте вместе. Тем более, что он теперь тебя одну вряд ли отпустит. Ты с Нюсей разговаривал? Ой, о чем с ней разговаривать? Ну, вообще-то она твоя жена еще. Разговаривал. Она вроде согласна. Вроде. Или согласна. Согласна. С Ильей что? Что с Ильей? Илья мой сын, мам. И Нюся теперь к нему не имеет никакого отношения. Смело. Ну, главное, чтобы это правда было в твоей головке. Что сказать Роман Викторовичу? Сынок, а ты вот действительно прям жениться? Да? Завтра в 6 я за тобой заезжаю. Твое дело, сынок. Ну все. Теперь точно увезу тебя к себе на юг. Там сестра жены моего дяди, лучший гинеколог в городе. Будешь под постоянным ее присмотром. Ну, кроме того, овощи, фрукты, солнце ласковое. На. Я люблю тебя. Любишь? Ты сомневаешься? Нет, просто приятно это еще раз услышать. Хорошо. Я тебя очень люблю. Пойдем. Так. Так, нам сюда. Здесь подожди. Я договорился с завотделением. Он примет тебя лично. Хорошо. Ты как? Все хорошо. Я быстро. Помельниковой Антонине Ивановне. Ната? Здравствуй. Привет, Антон. А ты почему здесь? Что-нибудь случилось? Нет, ничего не случилось. Все замечательно. Здорово. Здорово. Привет, Антон. Прошу вас. Антон у нас... Вот. Поздравляю. Спасибо. А можно уже понять, кто будет, мальчик или девочка? А еще рано, это только на 16-й неделе. Я все равно знаю, что у нас мальчик. Да? Доктор. Что? Стоит терять присутствие духа. На этой стадии опухоль операбельная, и вероятность выздоровления составляет...
счастливо. Антон! Привет. Привет. Ты что, не рад меня видеть? Рит, хорошо, что ты пришла. Мне надо с тобой поговорить. Не-не, мы с тобой потом поговорим. А сейчас... С днем рождения, любимый. Что это? Это новый телефон? Зачем? Правда, он очень классный. Ладно, ладно, дома посмотришь. А дома мы с Ванессой Григорьевной приготовили тебе сюрприз, поэтому нужно срочно идти домой. Рита! Что? Ты что-то хотела мне сказать? Ничего, пойдем. Ну так вот, а свой номер телефона я тебе уже забила. Я очень переживаю за тебя, дочка. Но Господь справедлив. Ты поправишься. Ты обязательно поправишься. На это надо только время и вера. Спасибо вам. Я так долго была одна. А теперь с вами, с Зурабом, мне почему-то совсем не страшно. Но я хочу просить тебя. Нет, я умоляю тебя, как мать. Ты должна уйти. Мне очень жаль, что так получилось. Я понимаю, что это беда. Но ты сильная, и ты справишься. Думаешь, я совершила ошибку. Ее еще можно исправить. Ара, это Ивана Таровна. Эту ошибку исправить уже нельзя. Это у нас так тихо, как будто не праздник вовсе. Вы что, поссорились? Да нет, все в порядке, мама. Просто был тяжелый день. Антош, тебе нужно взять отпуск. Хотя бы пару недель отдохнуть по-человечески. Да и Ритчика, наверное, с удовольствием бы составила тебе компанию. Чайку? Да. Я даже не знаю. У меня тут одно на другое навалилось. Ната сейчас в магазине редко появляется, у нее роман.
точнее, Зураб. А меня скоро с квартиры попросят съехать. Хозяин ремонт затеял. Надо к родителям переезжать, но у меня с родителями такие контакты слабые, что... Ну, вот это неправильно. С родителями нужно жить дружно. Правда, Антоша? Так я с ними дружу. Просто трудно, когда тебе задают один и тот же вопрос. Когда? Когда что? Замуж когда? Ладно, все образуется. А знаешь, Риточка, хочешь, живи у нас. У вас? Ну, а почему нет? Квартира у нас просторная, места всем хватит. У тебя ведь с нами проблем нет? Ну, это вопросы никто не будет задавать. Антош, ну ты же не возражаешь? Да, конечно, мама. Просто я думаю, что это не совсем удобно. Удобно, удобно. Вы так все время проводите вместе. Спасибо вам большое. Вы Извините. Так все чудесно придумали. Ну, давай. За Антона. За Антона. Мы еще посмотрим, кто кого. Здравствуйте. Я хочу записаться на прием к доктору Рузавину Петру Ивановичу. Да, к онкологу. Что ты делаешь? Ты воруешь у мамы драгоценности? Ты ничего не понимаешь. Это принадлежит по праву мне. Постой. Значит, ты украл перстень и свалил все на меня? Я игрок. Это болезнь. Я долго лечился, но без результатов. Если ты хочешь ради тебя, я готов попробовать снова. Мама знает. Не трогай меня! А вы тоже все знали. Стой, Соня! Нет, ну, конечно, я с мамой не ругалась. Я просто поняла, что момент подходящий. И все вещи я пока перевозить не буду. Или все-таки перевести, как ты думаешь? Рит, ты не боишься, что однажды Антон узнает о том, что ты его не любишь? Ну, любишь, не любишь, потом же будет поздно разбираться. А пока все складывается чудно. Потому что Антон, знаешь, он такой человек... Антон очень хороший человек. Я надеюсь, вы будете счастливы. Так, вот сюда повесь, пожалуйста. Ага. Над, ты чего? Рит, мне нужно уехать ненадолго.
Хочу магазин на тебя оставить. Ты справишься? Да, конечно, справлюсь. Свадьба все-таки будет. Я так рада за вас. А уж как я рада, ты даже себе не представляешь. Это замки Лауры. Луары, дорогая. Ля Рош, мы отдыхали там с Марианой пару лет назад. Знаете, она всегда мечтала о свадьбе во Франции. Ну, я думаю, свадьбу в Москве отметим. А уж потом свадебное путешествие, может, и во Францию. Мы уже сняли замок и пригласили французского шеф-повара, владельца трехзвездочного ресторана по рейтингу Мишлен. А вам показать меню? Нет, нет. Не надо, мы не читаем по-французски. Это платье будет сшито на заказ в единственном экземпляре для нашей невесты. А это торсида с широким поясом для жениха. Ну, я вижу, вы, собственно, уже все решили. От вас мы ждем список гостей. Я не уверен, что кто-то из наших соберется. Это для нас очень дорого. Свадебные расходы я беру на себя. От вас нужно только количество приглашенных. Нужно заказать номера в гостинице, места в самолете. Самолет будет частный, арендованный. Ну, тогда мы список передадим, я думаю, не позднее четверга. Елена Сергеевна, я помогу вам с нарядом на свадьбу. Могу порекомендовать своего дизайнера. Ну что, не трудитесь. Ну, я думаю, все. Мы пойдем? Я провожу. Сиди, дорогая, сиди. Я провожу вас. Прошу. Да хватит уже об этой свадьбе, Паш. Ну, надо как-то все по-человечески обсудить. Обсудили уже до нас. Ну да, спасибо, что хоть предупредили, а то бы могли просто приглашение на свадьбу прислать. Или не прислать. С этим списком дел даже ума не приложу. Ну, кто из наших поедет во Францию? Это же безумно дорого. Я точно не поеду. Как? И ты тоже. Придумаем какую-нибудь причину. Уверяю тебя, нашего отсутствия никто не заметит. Включая Даню. Лен. Я тебя обожаю. Иди домой, а я к Нате. Как? Ну, звоню, целый день трубку не беру. Ну, ты недолго. Ну, я ж к Нате, там как получится. Ну. Кстати. Я тебя люблю. Иди. Срочно нужна операция. Чем раньше, тем больше шансов. Вы понимаете, что в данном случае время ваш враг? Вы готовы? Очень хорошо. Сейчас придет медсестра, мы начнем оформление. Хотите позвонить? Близких предупредить? Сейчас как никогда понадобится их помощь.
Не вижу в этом необходимости. Лена, привет. Здрасте. Здравствуйте, а мы уже закрываемся. У вас что-то срочное? А я не к вам, я к Нате. Она, ты нет? Она за Урабом уехала. Как это уехала? Вот так, оставила бутик полностью в моем распоряжении и уехала. Вы что, не знали? Нет, ерунда какая-то. Как-то она уехала, а я не знаю. Так, давайте ей позвоним и все выясним. Я звонила уже 100 раз. Телефон нет доступа и дома никого нет. Я не знаю, этого Зураба что ли найти, телефон его какой-то. Давайте я с вами поеду и... Не-не-не, стоп. Ната взрослая девочка, сама разберется, да? Ну да. До свидания. Всего доброго. Надо было поехать все-таки. Знаешь что? Без тебя разберутся. Здравствуй, Максим Леонидович. Привет, Антон. Здравствуйте, Антон Федорович. Привет, Юля. Антон, я надеюсь, ты помнишь, что ты приглашен, и мы тебя сегодня вечером ждем официальной части. Непременно буду. Максим, я хотел спросить у тебя по поводу беременной пациентки Волковой. Наталья Борисовна, помнишь? А, помню. Так она не беременна. У нее опухоль, я ее к онкологу направил. Ну, в 7. Юля, вас тоже ждем. Спасибо, Максим Леонидович. Гертрауд, что-то случилось? Светлана Георгиевна, я хочу уехать домой. Зачем? У вас с рукой все в порядке, и я думаю, что я вам больше не нужна. Присядь, Соня. Я хочу, чтобы ты осталась. Это невозможно. Да. Мой сын игрок. Но он готов лечиться. И ради тебя он это сделает. Деньгами я помогу. Хотите, сниму дом, хотите, этот отдам. Светлана Георгиевна, я больше не люблю вашего сына. И это, к сожалению, не исправить никакими деньгами. Извините. Я попробую. Странный вопрос врачу в палате больного. Наверное, плохо выгляжу. Это последнее, о чем сейчас надо волноваться. Но, судя по настроению, дело быстро пойдет на поправку. Если ты не возражаешь, я останусь здесь рядом с тобой. Нет, это не нужно. Я останусь. А потом, если ты захочешь, я уйду. Сейчас нет. Угу. Антона еще нет. Рита, что между вами происходит? А вы тоже заметили? Ну, он все время молчит, и я не знаю, о чем мне с ним разговаривать. Я была уверена, что ты способна разговорить любого мужчину. Мне бы не хотелось разочаровываться. Тогда что мне делать, Ванесса Григорьевна? Рубашки надо начинать гладить с
с воротника, но не со спины. Поняла. С воротника. Блин. Простите. Рита, можно на меня не смотреть? Нельзя. Почему? Ну, потому что я не могу на тебя не смотреть. Я тебе что, надоела? Нет, ну, конечно же, нет. Это все она. Кто она? Твоя мама. Причем здесь моя мама? Да потому что она везде. Слава богу, сейчас в кровать к нам не залезла. Но ты же сама хотела здесь жить. Антон, миленький, давай попробуем жить без нее. Как это без нее? Ну, у тебя же есть собственная отдельная квартира, в которой, между прочим, живет совершенно чужая женщина. Это чужая женщина? Мать моей дочери. Ой, ну хватит меня за дуру держать, это не твоя дочь. А вот это уже, между прочим, не твое дело. Подожди. Послушай, ну зачем он тебя? У нас с тобой будут дети, это будут твои дети. Подожди, ты куда? Рита, я давно хотел тебе сказать. Сказать что? Я тебя не люблю. Ну и что? Я знаю, но нам же с тобой вместе хорошо. Да неправильно все это, гадко, понимаешь? Я люблю другую женщину, Рита. Какую другую? Не имеет значения. А вот это уже действительно гадко. Что у вас происходит? Антош, ты куда, мамочка, глядя? Я ухожу, мама. Ухожу, понимаешь? Буду жить в ординаторской. Вы оставайтесь здесь вдвоем. Вы хорошо спелись. Антон! Антоша! Ну куда ты, куда ты? Случилось. Ваш Антон сказал, что любит другую женщину. Ванесса Григорьевна, скажите, пожалуйста, что мне теперь делать? А тебе, Риточка, придется от нас уехать. Я не могу позволить Антону ночевать в ординаторской. Лен, как-то неудобно мне, что ты полы моешь.
неудобно. Знаешь что? Но у меня совсем нет сил после этой терапии. Мы поможем, прорвемся как-нибудь. Потом у тебя теперь собственный лечащий врач. Все равно как-то не по-человечески получилась вся эта история с Ритой. Послушай, если бы он хотел быть с Ритой, он был бы с Ритой. Тебе-то как с ним? Мне с ним очень хорошо. И самое главное, а то, что он тебе понравился, я-то сразу заметила. Он мне очень нравится. Именно поэтому я должна его отпустить. Да. Здравствуй, Леночка. Боже мой, что с вами? Что-то случилось, Ванесса Григорьевна? Не, ничего. Понимаешь, отношения Риты и Антона зашли так далеко. Я даже, дура, пригласила ее жить у нас. А у Антона, оказывается, какая-то другая женщина, которую он любит. Лен, может, ты что-то знаешь? Откуда? Скрывает меня, скажи мне. Откуда, Ванесса Григорьевна? Может, надо? Что надо? Может, она что-то знает об этой женщине? Они же там встречались несколько раз. Это я не знаю. Ну, пожалуйста, Лена, я мать, я волнуюсь, ты понимаешь? Что должна мне сказать. Извините. Алло. Сына приехала навестить. Поняла я. Потом они гулять пошли. Зоя, ну что, не являлась? Я просто не знала. Да тихо! Да не тебе, Зоя! Ну что, ее нашли? Нет. Я поняла. Она сказала, что она мама ей... Значит так, Зоя, едь сюда. Валера на всякий случай остался дома. Вдруг это заявится. Где эта Даня? Так еще раз скажи мне, что и как она сказала? Она сказала, что она мама Ильи, я не знала. Спокойно. Я правда не знала. Битта. Данке. Проходи, Соня. Гутен так. Гутен так, фрау София. Знакомься, это наш нотариус. Der Note Herr Stabilalte. Also, ich frage Sie zum letzten Mal. Sind Sie sicher in Ihrer Entscheidung? Да, я уверена в своем решении. София, я пригласила нотариуса для того, чтобы оформить на тебя имущество, которым я владею. Светлана Георгиевна. Поверь мне, это немало. Квартира в Мюнхене, это дом и фабрика под Регенсбургом. Ты должна выйти замуж за Отто. Только в таком случае я смогу быть спокойна за судьбу сына. Это очень хороший кешефт. Ты очень много сделала для меня и для Отто. Считай, что таким образом я хочу тебя отблагодарить. Светлана Георгиевна, если вы действительно хотите меня отблагодарить, купите, пожалуйста, мне билет в Москву. Мне правда не нужно никакого имущества. Соня! Соня! Подожди меня, Соня! София! Mein Gott. Все, я звоню в полицию. Что ты там скажешь? Что ребенок пошел гулять с законной матерью? Сколько
Сколько раз я просила оформить документы на ее отказ. Тебе же некогда, все время некогда. Господи, ну куда же она могла его потащить-то? Алло, да, Марьяш, привет. Извини, я помню, что я должен был тебя встретить, просто тут такое дело. Моя бывшая выкрала ребенка и... Кать, послушай. Невозможно слушать. Ты что, с ума сошел, а? Кто сошел с ума, так это ты. Хватит, а. Алло, Нюсенька. О, Господи. Нюся, деточка. Ты что удумал? Только с тобой хочет говорить. Алло, Данюсь. Что с Ильей? Так, я сейчас за ним приеду. Что? Ты с ума сошла, что ли? При чем здесь свадьба во Франции? Я понял, да. Она просит 30 тысяч долларов. Им с Кемалем нужны деньги. Связался со своей службой безопасности. Они ищут таксиста, который вез ее и ребенка. Спасибо, Роман Викторович. А нам что делать? Я не могу уже больше так просто сидеть и ждать. Не нужно ничего делать. Просто будьте на телефоне. Я думаю, скоро мы все будем знать. Я вам перезвоню. Хорошо, спасибо. Ищут. Ищут таксиста, который вез ее и ребенка. Валя, накапай мне там что-нибудь. Да, сейчас. Леночка, я ничего не знала. Я весь парк отбежала, не было их вообще нигде. Потом соседка сказала, что сели они с Ильей в машину, плакала очень. Валя! Она ничего не могла и не может сделать плохого Илье. Ей же деньги нужны. Так, сейчас надо просто сосредоточиться и сообразить. Вот куда, куда она могла повезти? Давайте сообразим, а? Да. Мне только что сообщили, она на даче. Я сейчас заеду за вами. Заберу вас, поедем на моей машине. Так будет быстрее. Все. Как же мы не догадались. Она на даче. Я не знаю, что я с ней делаю. Я ее уничтожу сейчас. Спокойно, Лена, спокойно. Илюша. Боже мой, мальчик мой, малыш мой. Что ты творишь, да? Что ты творишь? Это мой ребенок, это единственное, что у меня есть. Да? Что ж так дешево оценила-то? Это не ваше дело. Елена Сергеевна. Это кто? Телохранитель? Подождите меня с мальчиком на улице. Давайте. Пойдем. Да, поедем сейчас на машину. Деньги принесли? Что? Да, сейчас поедем домой. Сейчас мое счастье, мое ты родное счастье. Сейчас, мой ты котенок. Я уладил вопрос.
Завтра утром в моем офисе мы подпишем все необходимые документы. Хорошо. Пойдемте. Спасибо. Пойдем, мой родной. Пойдем. Ну, наконец-то. Так. Вот и мой хороший. Привет. Илюшка, мой хороший. Дорогой, иди ко мне. Вот, все хорошо. Дома. Спасибо вам. Все хорошо. Спасибо вам огромное. Все. Роман Викторович, правда, спасибо огромное. Я обязательно все верну, до последней копейки. Давай, давай, иди. Я кредит возьму. Иди давай, ребенка укладывай, иди. Спасибо еще раз. Да ну не за что. Видимо, сволочные бабы, жадные до денег, это моя карма. Но ничего, я умею с ним разговаривать. Роман Викторович, мы все вернем, правда? Да успокойтесь вы. Ну какие могут быть счеты между будущими родственниками? Вы парня подберегите. Всего доброго. Всего доброго. Ничего, нормальный мужик оказался. Не ожидал даже. Ой, Паша. Что? Я думала, я умру. Что ты? Что с тобой? Я хочу, чтобы ты ушел. Нет. Я никуда не уйду. Это неправильно, Антон. Что неправильно? Что мы с тобой вместе? Я скоро умру. Начинается. Посмотри на меня. Посмотри. Посмотри на это. Посмотри. Посмотри. Тише, 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 тише. Я уже не смогу без тебя. Сможешь. И я смогу. Ната. Уйди, я прошу тебя. Уйди. Ната. Я не люблю тебя. Подожди, подожди. Ты слишком долго была мужчиной в этом доме. И я тебя никуда не отпущу. Ты уверен, что не будешь об этом жалеть?